Мы не пропускаем. Ее в этом году вообще нету, получается. Сами это во-первых, а во-вторых, ее даже в море нету. Ее даже в Охотском море не поймали. В Хабаровском крае рыбаки бьют... Стоит этакий директор стадиона и утверждает, что рыбы нет даже в Охотском море. Если продолжить, то, естественно, ее нет и в Тихом океане. Да что там говорить, ее нет нигде. А вот здесь она есть. Это та самая рыба, которой нет в море, которой нет в океане, но которая, никого не послушав, волшебным образом появилась в устье Амура, чтобы пойти на нерест, но попала в сети безумных бесов-промысловиков. Упакована, загружена в фуры и вывезена. Буквально вся, выловлена и вывезена. В Амур для дальнейшего нереста рыба не прошла. Но пасаран, девиз так называемых промысловиков в действии. Как они получили свои квоты? Да просто знать надо, с кем бухнуть, кому Лексуса подогнать, а кого помельче, тех и напугать можно. А потом все же бухнуть с ним и круизера подарить, чтобы не выделялся. Поэтому виноватых искать, батареек на фонарик не хватит. Именно поэтому мы действуем. Закон Российской Федерации не дает права на карательные действия по отношению к грабителям и врагам народа. Даже смертную казнь гуманно отменили. Но грабителям можно лишать нижнеамурцев пищевой базы, разрушать экосистему Дальнего Востока, потому что они действуют по закону, написанному сильными для слабых. А повинуясь этому закону, ворующих у людей рыбу, грабителей и упырей должно называть рыбопромышленниками. К слову, вы знаете, как называют человека, который решил поймать рыбы себе и своей семье? Его называют браконьером. А если он, не дай бог, решил на рынке продать несколько хвостов? Там, друзья, штрафы космические просто. Нам тут историю довелось прочитать на одноклассниках. Ребята с района сетку ставили, метров 20 от берега. Так, для поддержки штанов. Влетало там что-то иногда, 2-3 хвоста. Так рыбинспектор, глазастый такой, истинный слуга закона, сетку эту снял. Идите, говорит, доступную рыбу покупайте. И каждый день потом контролировал. Нам объяснили, чтобы не ругаться. Мы просим вас, уйдите, дорогие. Те, кто рыбачат, те в законе, братцы. А вы, прошу прощения, кто такие? Ничего этого не скажут по открытым СМИ. Сколько бы журналистов к нам не приезжало, и что бы они ни снимали, они покажут ровно то, что им скажут показать, сверху. И материал сфабрикуют при необходимости, и даты событий перемешают, и наврут с три короба, что им скажут наврать, сверху. Именно поэтому мы действуем. Сами, никого не спрашивая, в рамках российского законодательства мы высказываем свое мнение и призываем к распространению информации о том, что на самом деле творится на Нижнем Амуре. Лайкайте и делитесь данным видео, скачивайте, заливайте к себе, чем шире будет охват, тем лучше, никого не бойтесь. Увидали факт узаконенного грабежа, достали фотик или гаджет и фотайте, снимайте на видео, запечатлейте их довольные лица. Пусть они знают, они всегда в объективе. Выше голову, друзья, вспоминайте, мы люди, мы здесь живем. Спасем Амур, спасемся сами.